И наконец-то мы приехали домой. Ребятки, всем привет! Добро пожаловать на наш канал Катарина Влоги «Обычная жизнь в Германии». Посмотрите, ягодки все прям гроздья какими. Вот так вот созрела наша ежевика. Красота какая! Прям такими гроздьями. Такая хорошая, такая шикарная. Посмотрите, прелесть какая, правда? Красота! Ой, да. А это позднее будет. Еще только цветет какая-то уже готовая, которая еще цветет. Здорово. Конечно же, я побежала первым делом посмотреть на свой огород. Как тут, что тут? Детки говорили, что они все кушали, не забывали, срывали. Молодцы. Так, это у меня помидор, который дикий. Теперь я знаю, это, наверное, риспельтомат он будет. Что у нас тут все краснеет? Они говорят, мы помидоры кушаем. Ну, где кушают? Посмотрите, все помидоры на ветках. Ну, Саша сразу сказал, мама, я кушаю только огурцы. Все повалил, надо все подвязать. Так, а чё, где он? Вот он, смотрите. Выросла моя тыковка, уже она была прям вот такая маленькая, сейчас такая вот маленькая, вот в два раза, считай, выросла. Хорошо. Так, ну огурчики. Огурчики они кушали, молодцы. Тут вот висят еще, нам хватит. Чё, Серёж? А, сейчас я его сниму. Сейчас, подожди, сниму. Вон, посмотрите, Серёжа сорвал большой уже такой огурец. Не заметили. Ну, может, еще что-нибудь найдем. Ну, говорят, сегодня уже обрывали. Не вижу. Ладно. Это вот, кстати, плодоносят, ребят, те огурчики, которые я хотела уже вырвать. Думала, с них ничего не будет. Отошли. Ну, а это новенький у меня растет. Попозже должны. Но все равно, смотрю, вон огурцы-то уже большие. Ну, где он тут? Вон огуречек уже висит большой. Уже начал плодить. Мне кажется, я поняла, почему у меня всегда не было огурцов. Мне как-то сказали, что вот эти все пасынки надо обрывать. 2-3 пасынка пустить. И все. В этом году решил ничего не вырывать. Вот я теперь с огурцами. Чего бы сразу не додуматься. Сережа за дерево уже пустил. Перчик мой. Ой, перчик. Висит уже. Такой хороший. А вот еще один перчик. Два перчика уже. Я теперь не знаю, теперь зеленые вот эти помидоры, они сами будут по себе зеленые. Надо пощупать. Но они еще твердые, значит, они еще не спелые. Так, а что у нас тут? Не понял, это что такое? Это он так красненький. Вот это фокус. Ничего себе. А ну-ка, давай, бег тебя. Испортился. Ну вот, а я жду урожая, а тут уже болезнью все покрылось. Ой. Большой какой помидор. Ну, они уже побелели их. Скоро уже. Так, надо их проверить вообще все. Потому что еще какой-нибудь, что ты тут хороший ты или нехороший. Почему вы мне начали портиться? Ну да, дожди шли. А этот отошел, этот у меня желтый. Я его вытащила на солнце, а тут тоже как-то чах, не пойми чего. Да какой он желтый, он походу не желтый. Посмотрите, это же тоже как бычье сердце похоже. Ну, посмотрю, покраснеет, посмотрю. Желтые они совсем другие помидоры. Так, а что у нас тут-то? Мы все попадали. Ничего вроде. Помидорчики висят, помидор. Ну, не ели они совсем помидор. Мне кажется, они совсем их не ели. 1-2, наверное, сорвали. Они же красные уже. Этот упал, надо поднять.
Ветка аж сюда нагнулась с помидорами. Как их теперь? Джунгли какие-то прям. Как в ботаническом саду мы были. Посмотрите, джунгли. Так. Ну, этот вроде об стеночку так прижался к стеночке. Вместо цветочка. Правда, здорово? Ну, вот такой у меня обзорчик, ребят. По приезду домой. Надо все подвязать. Выросли быстренько. Сильно выросли. Надо все заняться ими. Оборвать помидоры. Обрезать, подвязать. Работа. Наконец-то дома. Ура! В огороде поработать. Да, отдыхать хорошо, но дома лучше. Мне прям нравится вот этот вот помидор. Ему, наверное, так хорошо. Не знаю, почему ему так хорошо, что он вот такими прям это все с одного помидорчика. И все разные. Вот один единственный из всех кустов. У меня 12 таких кустов. Из всех только один вот такими прям. Вот, вот прям. Не знаю. Или подождите, или это он у меня другой. Он какой-то. Это, наверное, вот эти зеленые помидорчики. Он же не сосулькой растет. Значит, это не тот. Это вот. И все равно он не такой, как все. Все равно не такой, как все. Я не знаю, откуда у меня этот помидор. Ну и ладно. Интересный. Три вида помидора, четыре. И вот только один вот такой из них. Ладно, дорогие друзья, кому понравилось мое видео, не забываем ставить пальчики вверх, подписываться на наш канал. Всем пока и до новых встреч!